стояла темная ночь. Неизвестный очень старался остаться незамеченным, и это ему удалось. Дима, а может быть, нам застраховать нашу машину? Бежевая. Цвет неброский. Итак, из одного района угнана третья по счету машина. Действует одна и та же рука, опытная и умелая. Перекрыть все шоссе. Есть. Я узнал вас. А, это не я. Это ваша машина? Нет. Но вы шофер. Нет, нет. А что ж тогда здесь делаете? Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете. Кто он? Преступник. Какой преступник? Современный, культурный, я бы даже сказал, преступник нового типа. Я вам по секрету скажу, в городе орудует шайка, угоняют личные автомашины. За год из одного района угнано 4 автомобиля. 3. Ну вот и вы уже слышали. А чего это ты от меня удирал? Привычка. Ты догоняешь, я удираю. Я гибну. Мать, прощай. Юра, я здесь! Ты доигрался в своем народном театре. К тебе заходил следователь. Защищайтесь, сударь. Я к вашим услугам. Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть. Он очень хороший человек. И отличный работник. Свободу Юрию Деточкину!